сегодня сброс пин-кода, телефон Honor 8S. То есть, если забыли пароль, пин-код, либо графический ключ, то данное видео вам поможет. То есть, если несколько раз вводите, то появляется такое сообщение. Смотрите, самый простой способ – это сделать сброс настроек. Но при сбросе настроек все данные с телефона удаляются. Если же вы не вспомните пароль, пин-код, либо графический ключ, то других способов нет, только сброс настроек. Итак, если не вспомнили, то делаем сброс настроек. Выключаем телефон и нужно нажать определенную комбинацию кнопок. В данном случае у нас здесь Android 9 и прошивка 9.0.1. Здесь комбинация будет, то есть нажимаем сначала включение, а затем громкость вверх. Когда появится заставка, включение отпускаем, а громкость вверх держим. Если у вас прошивка 9.1, то там одновременно нужно нажать включение и громкость вверх и держать. Когда появится заставка, кнопки отпустить. В данном случае у нас прошивка 9.0.1, поэтому мы нажимаем включение и держим, и затем спустя секунду нажимаем громкость вверх. Итак, смотрите, нажимаем включение, держим и нажимаем громкость вверх. Телефон провибрировал, появилась заставка, включение отпускаем, громкость вверх, продолжаем держать. И ждем. У нас должно появиться сервисное меню. Появляется вот такое вот меню. Если прошивка старее, то будет вот такое меню. Если прошивка будет 9.1, то там вроде как будет 4 пункта, и они будут другого цвета. В данном случае у нас вот такое вот меню. Заходим в пункт Wipe Data Factory Reset. Затем нужно будет написать слово Yes на английском языке. Пишем Yes. Вот так вот. И нажимаем Wipe Data Factory Reset. И еще раз. У нас идет сброс настроек, и затем у нас появится то же самое первоначальное меню, в котором нам нужно будет нажать на перезагрузку. Здесь ничего не трогаем, ничего не нажимаем, и вот когда появилось такое меню, нажимаем первый пункт Reboot System Now, то есть это перезагрузка телефона, и ждем, пока телефон перезагрузится. Перезагрузка идет примерно на разных телефонах по-разному. В данном случае, возможно, перезагрузка будет идти минуты 2. Может быть, быстрее. На каких-то Honor'ах вообще бывают перезагрузки идут 5-6 минут. И смотрите, дальше может быть 3 ситуации. В данном случае у нас на телефоне нет привязки никаких аккаунтов. Собственно, Google аккаунта нет. То есть просто у нас пароль сбросится, сбросятся настройки, загрузится первоначальное меню, продвигаемся дальше, и затем запустится рабочий стол телефона. Вторая ситуация – это когда на телефоне есть привязка Google аккаунта, вы делаете сброс настроек, вот как показали. Затем у вас телефон попросит подключение к интернет, если у вас есть привязка Google аккаунта. Вы подключаетесь к интернет либо по Wi-Fi, либо по сим-карте. Далее телефон, возможно, попросит опять пин-код, пароль либо графический ключ, в зависимости от того, что у вас было. Если вы его не помните, то там еще будет такой пункт «Использовать аккаунт Google». Вот, если вы помните аккаунт, то нажимаете «Использовать аккаунт Google». У вас появляется окно подтверждения аккаунта. Вводите email и пароль от аккаунта Google, и телефон загружается дальше на рабочий стол. И третья ситуация – это, собственно, если вы не помните ни пароль, ни email, ни графический ключ, и также не помните данные Google аккаунта. Если у вас именно такая ситуация, то, возможно, вам поможет видео по разблокировке. Ссылка будет в описании под этим видео, либо вот здесь подсказка сверху появится, либо в конце этого ролика будет вот здесь ссылка. По данной модели у нас есть два способа. То есть первый способ там по более старой модели, он более легкий. Второй способ, он по более новой прошивке. То есть в зависимости от прошивки там тоже нужно смотреть. То есть, если у вас старая прошивка, то делайте по первому способу. Если более новая, то по второму. Ссылки на видео также будут в описании под этим видео. Читайте, смотрите, пробуйте. Ну и, в принципе, и все. Нам остается подождать, пока телефон загрузится. И затем покажу, как определить вообще, есть привязка аккаунта или нет. Делается это довольно-таки просто. Ничего сложного в этом нет.
Ну и кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будем рады новым знакомствам. Также можете подписаться на наш основной канал, там представлено еще больше видео. Если у вас совсем другая модель телефона, то на главной вкладке канала у нас есть ссылка на плейлист. Там представлены другие варианты по другим моделям телефонов. Естественно, лучше, конечно, не забывать ни e-mail, ни пароли, чтобы не пришлось потом делать сброс настроек, потому что при сбросе настроек данные с внутренней памяти телефона удаляются. То есть, если какие-то данные были на симке, либо на карте памяти, то, естественно, они останутся. То есть, можно просто сим-лоток достать, ну, под симку, под флешку, и данные сохраняются. А вот то, что было на внутренней памяти телефона, оно удаляется. Так, ждем, пока телефон загрузится. Если вы не уверены в том, сколько заряда на батарее, то можете во время перезагрузки телефона поставить телефон на зарядку. Ждем. В данном случае у нас, кстати, прошивка более старая, и метод разблокировки там более легкий. Возможно, он тоже на этом канале будет у нас способ. Там, скорее всего, даже не нужно будет установки никаких программ. Так, запускается первоначальное меню, нажимаем «Начать». Так, здесь ставим галочку, нажимаем «Далее», пропускаем. Далее. Пропускаем. То есть, смотрите, у нас есть пункт «Пропустить», мы его нажали и продвигаемся далее. Если у вас появится сообщение о том, что был сброс настроек и необходимо подтверждение аккаунта, то, соответственно, у вас есть привязка аккаунта. Вам нужно будет подключиться к интернету и затем ввести данные аккаунта. Если вы их не помните, то читайте описание под видео. Там будет написано, что вам делать. Так, мы же пропускаем все настройки, ну, либо сразу можно настроить как надо, либо это можно сделать в дальнейшем. У нас запускается рабочий стол телефона, и, в принципе, и все. Как видите, пин-кода нет. Такая же ситуация была бы, если у вас был графический ключ, либо пароль. Сейчас зайду в настройки, покажу сведения о телефоне. Так, система, о телефоне, Honor 8S. И смотрите, вот номер сборки 901. Если у вас сборка 9.1, то сам сброс настроек немножко другой, и также разблокировка чуть-чуть другая. Обновление мая 2019. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады новым знакомствам. И также не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о появлении новых видео на канале. Пишите комментарии, ставьте лайки, репосты. И всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч. До свидания.